старейшее в стране предприятие Боровический ордена Трудового Красного Знамени комбинат огнеупоров. Без его продукции невозможна деятельность сталелитейной промышленности. В годы Великой Отечественной войны более 400 тысяч тонн огнеупоров было передано комбинатом оборонной промышленности страны. С огромным напряжением работал его коллектив. Сделал все возможное, чтобы помочь обеспечению советской армии и военно-морского флота танками, орудиями, боеприпасами. Первый секретарь Новгородского обкома КПСС, депутат Верховного Совета СССР товарищ Антонов прикрепляет к знамени предприятия орден Отечественной войны первой степени, заслуженную боевую награду ветеранов комбината.